Всем привет! С вами Хвостович Александр, ведущий проекта «Америка для успешных». И, значит, я вам показываю американские фастфуды. Сегодня мы заехали в довольно известный американский фастфуд, называется In-N-Out. Значит, он считается одним из самых таких здоровых фастфудов. Тут свежая котлета, свежие помидоры, салат, там как бы все готовится при тебе. Это не совсем бы фастфуд, то есть вам не через минуту отдадут котлету, там минут 10 надо будет подождать. Но вот, значит, я взял дабл-дабл за 3,70 и молочный коктейль за $2. А Юра взял себе чизбургер за 2,56. Сейчас я попробую, как оно на вкус. Еле в рот помещается, но вкусно. Но, как видите, здесь две котлеты, сыр, луковица, салат, помидоры и какой-то интересный кетчуп, приправа какая-то, не знаю, типа майонеза, что-то такое. Вот. Так ничего так. В общем, там дальше будет показана цена, я вам все покажу. У них очень маленькое меню, но в этом их фишка. Всем приятного аппетита. Пока.